Прикольно. Так, мы идем товары для детей. Покупать все для технологии. Вот такой? Да нет. Давай все-таки. Давай вот такое решим. Вот. Вот. Нет? Ну что, я думаю, что нам нужно поступить. Это портьерная ткань. Нам нужно поступить проще. Нам нужно подойти и спросить. Мы сейчас узнаем. Я думаю, что нам нужно что-то типа ситца. Вот, смотри, здесь есть то, что надо. Есть и бязь, и фланель, и вафельная. Нет, точно не вафельная. Ну вот ситец. Ситец. Есть без рисунка? Без рисунка? Нет, ситец, он практически всегда классика. Ситец в цветочек. Понимаешь, ситец. Вот это прикольное. Ну, давай, сейчас мы будем узнавать. Да, не нет, Вань, папа, не надо искать. Он ушел за рыбой в другой магазин. Да. Таришка думает насчет джинсовой. Лента. Это атласная лента. Ну. Пойдем, ты сейчас весь список озвучишь, и мы все подберем. Это твоя именная пряжа, Арина Вул. Нет, вы знаете, ничего не осталось. Ничего не осталось. Нет, вот эти ты хорошо подобрала. Вот, Аришка решила однотонный фартук, мы потом уж вышивку сделаем. Да. Так. Мы взяли еще атласную ленту, сказано было не шире 15 миллиметров. Вот, и взяли белую ткань для вышивки и для тренировки, тоже метр. Ариша, вспоминай, какого размера пяльцы тебе пяльцы нужны? Не, не стоили размер, не... Ну побольше, у тебя маленькие есть. Да. Так, вот мы еще взяли мулины, пяльцы, и сейчас берем 10 метров миллиметровой бумаги. Так. У нас, если что-то даже будет с избытком, ничего страшного, они там с подружками поделятся. Так. Все, еще мы берем набор игл. И вот у нас рулон миллиметровой бумаги. Прикольная ткань. Прикольно. Да. И еще мы в школу подарим машинку швейную, да? Да, надо будет ее устроить. Угу. Потому что все равно мы не пользуемся, а у них машинок в классе немного, чтобы они времени не теряли. Да? Угу. Какой-то отдел закрылся. Только портфели остались. Так. Вот тут для мамочек. Слушай, надо посмотреть, нет ли... В канцелярии нам вроде больше ничего не надо, да? Вроде ничего. А хотя, знаешь что? Сейчас у меня есть одна идея. Сейчас. Я у Кати взяла некоторую стопочку. Ну, давай стикер Ваня. Хранитель миллиметровки. Нет, 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 нет. Ты хранитель всего остального тоже. Тащите Аришу отсюда, да? Нет, понадобились наклейки. Нет, ты сказала, что тебе нужны только стикеры. А знаете, в чем прикол? Сейчас мы позвонили преподавателю, и преподаватель сама попросила кнопки. А, у Сатиков ты хочешь? Ну, давай, сейчас увидим, какие есть. Найдем, вернее, и решим. Так что, да, в общем, мы сегодня покупаем кнопки учителю, вот так вот. Слушай, нет, это магазин нереальный, абсолютно. Три продавца и абсолютная бестолковость. Прогнали из очереди туда-обратно, в итоге мы только потеряли время и желание покупать, что бы то ни было. Так, все, надо звонить папе. Нет, этот магазин не годится, не годится этот магазин. Причем цены совсем не маленькие, обращение очень такое, нехорошее обращение. Ну все, идем к папе. Ваня, Аришин оруженосец. Мы все ждем, пока папа вернется с рыбкой. Вот решили взять
виноградик, инжир, персики. Ну, что-то арбуза дыни не хочется. Наелись. Так, ну вот наша швейная машинка. Она с подключаемой педалью. Вот. Дело в том, что мы ее покупали 100 лет назад для Тати, но Татя шить не стала, видит уже плохо. Да и вообще нам как-то не до шитья, поэтому отдадим ее в школу, потому что... Буду я на ней шить. Будешь ты на ней шить в школе, потому что в школе 4 машинки... На весь класс. На весь класс, да. Ну и тем более класс в этом году не делится. Они еще с мальчиками лобзиками будут выпиливать. Да. Класс маленький. Так, ну показывай. Дальше мы купили для фартука ткань фиолетового цвета. Ну, она мне... такая розовая. Да, мне не нравятся ткани вот такого с рисунком, то, что там были. Да, там были такие и хохлома, и чего там только не было, но мы выбрали классическую однотонную. Дальше так. Да, пяльцы у нас есть и поменьше, взяли и побольше. Дальше мы взяли ткань для тренировки, вышивки. Угу, просто белую ткань. Да. Так. Дальше мы взяли атласную ленту. Давай вторую сразу показывай. Мы взяли 2 цветов. Я думала, что ну какой-то, чтобы отделывать края. Думаю, вот это будет отделано. Ну, скорее всего. Да, в принципе, они обе симпатичные. Ну, дальше и покажи свою взяли... коллекцию мулине. У меня еще есть, надо найти. Там, да, там еще в шкафу лежит, я убирала. Вот, так что все, к вышивке Аришка готова. Вышивать мы будем, то есть, стежком, не крестиком, поэтому ткань. Гладью. Ой, да, гладью. Вот, я, кстати, тебе гладью покажу, как красиво листья вышивать. Да. Взяли набор иголочек. Это будет мой набор иголочек. Взяли миллиметровую бумагу. И сейчас мы еще покажем, что я себе для рукоделия. В общем, пакет с рукоделием мы все-таки забыли в машине. Да. Вот. Но я взяла просто Аришки бордовую хлопковую пряжу. Да, вязать жилеточку. У нас были остаточки, но там не так много. Вот. Так что... Всем удачного учебного года, да. Успехов на поприще технологии. Вот мы сейчас уйдем в зал, а Аришка будет руководство по эксплуатации машинки изучать, научится правильно заправлять нить и так далее, и так далее. Не справишься, я помогу, когда вернемся. Да. Вот. Всем пока-пока, до новых встреч. Да, до новых встреч. У нас на канале юбилей. Но у нас юбилейное количество подписчиков 500. Ура, да. Ура, ура. 502. 504 уже. Вот, мы очень рады. Да. Все, всем пока-пока.